работает. И присматривает, тут помогает, где еще надо. Должен я. Вот издалека, издалека. Когда рыбачили мы здесь на Трушке, я увидел на пахоте что-то серое, колеблющееся, и подумал, это косуля вышла. И долго на одном месте. Как она не боится? Ну, сегодня более-менее у меня место выбралось свободное. Тут вот отсюда, кажется, и не видно. Это вот на Вазоринске. Как была здесь бригада «Новая заря». Вот тополя, где мой отец здесь был объездчиком. Тут была собака у нас Марс, волкодав и жучка. И два волка напали. А что, жучка выскочила, они тякнули, как-то дернули, и сразу с нее шкуру сняли. Так он с двумя волками боролся. Это попутный, говорю. И вот мне это знакомое все место. И думаю, сейчас могу сходить, узнать, что там есть. И оказывается, овес. Вот я вот рядом здесь держу, пошел, оторвал вот маленько с собой. Овес не запахали, а вот это пашня, пары называются, они боронят их. Эти люди, как правило, не пользуются никакими опылителями, отравой. Ну, раньше так думали. Вот издалека вот это желтенькое, это оно выглядит по-своему. Вот это вот желтизна такая. И колеблется, она как-то так застряла. Вот теперь я иду обратно. Как это деревья вот здесь такие. Кто-то тут дорогу проделал. Ну так, прошли тут машины. Может быть, косили что. Какие огромные березы. Тут я вот зашел, курс держал поперек, прямо на сухую березу. Вот так. А это вот такая разлапистая, как шар. Под нее подошел. А это вот дорога в Корчино. На лесополосе вот этой в конце вот здесь. Поворот, где столбы вот большие стоят. И написано Потеряевка, стрелка. И вот здесь сухая береза. Кто-то ее спилит на дрова. Я по пашне потопал сюда посмотреть. Давно здесь не был. Так давно, что лет 55. Больше 65. И вот решил тут посмотреть. Далековато ушел. Ну, мне это полезно ходить. Посмотрим. А так вот упирается тот отрожек, который мы чистили. Решил обойти. Это вот гороховик, это называется акация мелкая. Знаешь, какие у нее как бы горошинки, такие стручки. Ну, как видели, так и называли гороховик. На горох похожий. О, сегодня что-то у меня телефон разрядился. Не знаю время. Сергей Павлович мне свой отдал, на обед привез. Сейчас покормил нас. С бульдозерисом Алексеем Лаврентьевичем. Фамилии не узнал. Вот я нахожусь здесь, и там Потеряевка. Не могу понять, что иду. Здесь такие большие клёны. Вот вокруг. Акация. Что столько акации здесь, не знал. Ну, увидал, узнал. Что, чтобы не сидеть, пошел. Вот такая окрестность здесь красивая. Гляжу облака. Гляжу под самыми облаками два коршуна. Крыльями не машут и стремительно кверху поднимаются. Точки превращаются. И оттуда все видит якобы. Почему якобы? Ну, говорят так, его глаза-то свои, у меня свои. Ага. Вот уже появилась вода издалека. Вот смотрю. Где-то тут, вот она. Это отрожек самый, на втором мостике. Вот выхожу теперь, какие деревья, какая богатая Русь. У меня стихотворение есть, поет Виктор Савченко, Виктор Николаевич.
отдайте Шикотаны, Кёнигсберг отдайте, пока не поздно, поспешим. Ребята лезут тати, крестясь остатки дать самим. Нас судят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты, не тараном, спасли Россию ясности умов. Иду и сам пою у меня стихотворение. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов, все подгребли. Самум, тайвгю и вьюгу, и расплодили нехристи воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни веренное нам не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Там оно длинное стихотворение. Не знаю, для чего толгать. Заученность святая. Прислушайся за каждым словом, мать. Вот теперь этот от рожек рукав уже видать я иду. Вот он идет, вот где мы чистили. А тут кусты, это уже закончилось. И вот вылазит бульдозер. Вот такой путь прошел несколько километров. Целый день что-нибудь тут делаю, копаюсь и хожу. А этот смеется, говорит, ох, ходите хоть где-то так шагом-то. Я стараюсь быстро идти. А кого быстро? Так, на месте. Кажется, как по сравнению раньше было. Если путь и вход уж очень узкий. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Виктор Николаевич, мои стихи, больше 80, кажется, положил на музыку. А одно, гимн миссионерской поездки, он не дошел. Сушите сухари, уходим до зари. Вот мы идем сюда. Какая-то машина прошла. Эта машина большая. Как же так? Кто тут проезжал? Вот наша. Кто-то, может, нас проверял. Не знаю. Вот с этой стороны, с бугра, вот это самый отрожек дался он нам. Подводные работы вели. Прорубили, пропахали.
прокосили. И вот теперь оживили. Вот оно где. Ну, уже видать. Второй мостик. Вот так. Вот рядом пашня, это самое. Женя долго не пашет. Специальные сеялки прямо по стерне. И как-то сорняки не глушат или отравляют, не знаю. Вот оно где. Вот фактически одну сторону прошел, вторую прохожу. Там у меня, подойдем сейчас покажу, растение нашел. Очень интересное. Такого не видал. И название у него не знаю. Вот оно где. Вот оно. Я остановлюсь. Второй мостик вот видать. Это не потеряющий след. Похоже, Беларусь их пробежал. Вот понимаю. Это татарник называем. А может, он не татарник. Бессмертник. Там он описывает Хаджи Мурат, как умирал. Тяжко раздавленный телега этот цветок. Вот так. Вот он какой растет. Корова прямо берет его языком. Он колючий-колючий. И в рот. Вот так. Ямы, ямы, ямы. Что за яма? Что здесь такое было? Это не бульдозер копал. Вот здесь яма. А потом узнали, это окопы. Вот раз, два, три, четыре окопа. Как они должны окапываться. Военные учения тут шли. На той стороне были другие. Разузнал. Вот он натягивает. А вот отсюда, видать, как раз шлюз. Вот он. Туда отрожек идет. Где мы рыбу ловим удачно. Так. Вчера 125 килограмм. Захватили. Вот он берет. Здесь. Вот тут я пошел, вон то дерево сухое, это тополь, где отец наш объездчиком был, тут домик стоял, колхоз «Новая Заря», и бригада называлась «Новая Заря». Выбор-то небольшой был. Вот выхожу на ту дорогу, с которой я сошел. Вот она.
Вот она дорожка. Вот она ее сейчас подводит, чтобы поднять дамбу и вывести на дорожку. Вот туда отрожек, который нашли сидит. Я обещал тут растение одно показать. Тут много донника. Желтый донник. Его табакуры добавляли в табак, рубили табак. Вот так. Это вот белина. Сейчас я покажу, какое растение меня удивило. Что это за растение? Как оно? Я сорвал один. Вот он. Вот как выглядит. И вот такие он на нем висят. По 7 штук. Вот посмотреть надо. Это вот корень солодки. Вот этот вот. Корень солодки. Везде, везде корень солодки. А этот растет где-то здесь вот. Надо посмотреть. Сейчас я найду его, может быть. Ну да, увидел я его, где он растет, это растение. Кто знает, пусть мне подскажет. Интересное, красивое. Как шоколадки какие-то висят. Ну вот это солодка. Сладкая, сладкая. Это вот венок. А это вот тот самый непонятный, кто он такой. Во. Кто он такой? Вот поближе подведу. Не увеличиваю ничего. О, да тут еще два, как три даже куртиночки таких. О, и вот тут еще. Вот сегодня они красивые такие. Все, однако.